Всем привет! Вы находитесь на канале Алекса Уинда, зовут меня Алексей, и мы продолжаем играть в World of Warcraft. Так, немножечко сориентироваться, где это мы находимся вообще. И что надо делать, вот что самое главное это. Так, все, начинаем разбираться. Добро пожаловать, пилигрим утробы. Пилигрим утробы. Приветствую. Да? Признаюсь, я хотел попасть сюда просто, чтобы доказать, что смогу. И смог. Сосредоточься. Мы здесь не просто так. Уже убежали вперед. А, так вы хотели попасть внутрь хранилища? И боюсь, это уже совсем другой сказала. Протокол. О, ладно. Я разберусь. Так. Ясно. Пойдем сюда. Любопытное оружие. Можно взглянуть? Что же нам теперь делать? Эй! Говорят, я придирчив. Мне нужна твоя. То я просто вдебателен к деталям. Что там случилось, я не могу понять. О. Что это было вообще? О! Пустите нас! Так, еще. А сколько их будет? Сколько ж вас будет-то? Ребятки. Готово! Идите и делайте то, зачем пришли. Боже, да. Надеюсь, она там справится без меня. Добро пожаловать в хранилище Архонта. Пожалуйста, назовите цель визита. Сколько же ты их таких изготовил? Так, отражение идеала. Обнаружена уникальная сигнатура одного из идеалов. Если вы знаете, какого именно, просто загляните в его зеркало души, чтобы просмотреть выбранные воспоминания. Если понадобится что-то еще, я готова помочь. Я создана. Чтобы просмотреть воспоминания, поднесите их к соответствующему глазу. Так, тут три, тут два. А этот вообще лежит. Ты почему лежишь? А? Интересно. Служи отважно. Идеал отваги. Учись у прошлого, но стремись к будущему. Так. А это что нам покажет? Понимаешь ли, самая большая штуковина здесь. Цель достигнута. Почему ты приказала ему уйти? Он слишком узко мыслит. Выслушай меня.
Появилась новая сила. Теперь не только мы сражаемся за Бастион. Мы вступим в игру, когда ты займешь храм чистоты. Вместе мы добьемся величия. Если займем еще один... Ясно. Я готова. Так это правда. Раскольники служат утробе. Да. Что желаете узнать? Мы уже все узнали. Я слышу в ваших голосах волнение и делаю вывод, что вы хотите уйти. Я обеспечу вам выход. В вестибюле находится телепортационная платформа. Когда вы уйдете, я вновь запечатаю хранилище. Пожалуйста, следуйте за мной. Сюда. Нам нужно поговорить с Архонтом. Легко сказать, трудно сделать. Чего мы так будем идти? Так медленно, да? Не, я побежал вперед, я так не могу ходить. Ух ты! Здрасте. Что случилось? Будущее Бастиона в наших руках. Служи верно. Нельзя больше терять время. Мы должны встретиться с Архонтом, прежде чем произойдет еще одно нападение. Тебя надо как-то доставить в Элизийскую цитадель и как можно быстрее. Обитель героев служит для претендентов местом отдыха. Вот она, парит в воздухе, над полями. Найди меня там, у меня есть план. Мы все должны служить. Нужно сообщить об этом Архонту. Встретимся в обители героев. Где чуб? А, вот. Вот это я вот. Я подготовлю центурионов к атаке. Да ты что, ты мать вашу? Ну летать-то круто, да? Ну вообще крутяк. Летал бы, летал так. Так, ну что? Давай-ка на конюшку сядем. Красивая локация. Но, наверное, не самая красивая, да? Наверное, что-то еще будет круче. Намного. Приветствую. Этот портал вознесет тебя наверх. Хорошо. Наверх так наверх. Понимаю, Клею. Нужно обратиться к Полимарху. Он представит вас Архонту. Ты несешь ветер перемен. Полимарх? Он же правая рука Архонта. Он нам и вправду верит. Еще не все потеряно.
Так, ну нас что? Не испугают никакие испытания. Назови свою цель. Так, обитель героев. Обитель героев. Ладно, завершаем. Служи верно. Призыв распорядителя. Восстановление 5 минут. Вызовите распорядителя, он приносит... Я не понял, ты куда полетел, Ла? Да это что такое, а? Только квест хотел взять, она улетела. Да, смертное существо. Так, сигнальное устройство обители героев. Вернее всего привлечет внимание полимарха. К несчастью, мы уже довольно давно им не пользовались, и никто не заботился его ремонтом. Пока ты в бастионе, тебя будет сопровождать один из распорядителей. Сейчас я их позову. Можешь выбрать кого-то из них себе в помощь. Давай. Я слежу за тобой. Призвать полимарха Адреста? Тебе помогут распорядители. Выбери одного себе в спутники. Ну, скорее всего, мне танк нужен, да? Какой-нибудь, типа, танчик. Потому что я же все-таки, как ни крути, но я... Да? Так, я не уверен, подожди. До новых встреч! А кого я должен себе выбрать-то тогда? Подожди, ну-ка давай поближе смотреть. Каринга. Каринта, то есть. И это что? Бола. Ты смотри-ка ты. Василия. Бумас. Так, а этот чё? Арафен. Этот зажрался, сидит уже толстый. Так. Нет, толстяка-то не надо. Сражаться-то не сможет. Нифига. Приятная прогулка. Внимание претендентам. Как новым, так и древним. Роща Акфи ждет вас. Совершите ритуальное паломничество и узнайте историю древнего идеала, погибшего, спасая бастион. Роща находится недалеко отсюда, к юго-западу от обители героев. Идем. Приветствую тебя. Привет, привет. Ну-ка на карте глянем, что это такое. Убитель героев, да? Так может вот это и возьмем? Нормально вроде. Найдется работенка. Давай. Сейчас. Служи верно. Служи верно. Служи верно. Главное тут не свалиться никуда. Так, это что? А это что? Так, ладно. Тут что-нибудь есть интересное еще? Ну-ка.
Приветствую тебя. Прощай. Да? Уборка сама не сделается. Давай отремонтируемся и всякое дерьмо продадим, потому что уже все невозможно это все таскать. Полная сумка, реально. Так. Слишком много всего у меня уже. Слишком много. И толку с этого очень мало, да? Ничего не работает. Так, все это разбираем. Особенно вот такие вот вещи 80 уровня, которые вообще никуда не упираются мне. Никуда. Ну, тоже вот 98-й. Нафига? Нафига? Спрашивается. В общем, всякая ерунда. Так. Скоро у меня будут новинки. Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Ни на секунду. Так, а это что? Товары для начертания. Чем могу быть полезна? Служба – это радость. Так, стоять. Где? Разыскивается. Разыскивается ненасытная клюевая воровка, грабительница, чудовище. Коварная тварь по имени ненасытно клювая хочет сожрать весь наш урожай амбразийных фруктов, предназначенных в дар Архонту. Ее надо остановить. Если найдутся желающие пристранить эту отвратительную курицу, то ее гнездо находится у западной границы сада перворожденной. Принесите мне доказательства ее смерти и будете щедро вознаграждены. Гердус. Что дадут? О май гад. Ну что, ради вот этой цифры можно сходить. Тоже 100%. Так, дальше. Разыскивается темнокрылая. Матриарх облачных бегунов по имени Темнокрылая подхватила ужасную болезнь. Она стала агрессивной, клюет своих птенцов. Они вырастают такими же злобными. Чтобы милость Архонта вновь вернулась к стае Темнокрылой, матриарха придется убить. Подуйте в свисток, чтобы призвать ее в гнездо. Принесите мне перо из ее головы, я вознагражу вас. Смотрительница стоил Евмелия. Что дадут? Ух ты! Ты смотри-ка ты, а! Первый раз за 100 шмотка. Ну ладно. Хорошо. Чего еще тут есть интересного? Пожалуйста, говори. Ну вот, я выбрал себе. Так что... Думаю, что теперь я доволен. На панель команд это все переносить. Да пусть тут торчит. Чё на панели команд? Распорядитель, за работой. Распорядители очень полезные. Они следят за чистотой в бастионе и чинят все, что ломается. К тому же они замечательные помощники и компаньоны.
Твой новый помощник-распорядитель должен справиться с ремонтом маяка. Затем ты сможешь призвать Полимарха в обитель героев. Хорошо. Служи верно. У меня есть другие дела. Маяк для тебя починит распорядитель. Хорошо. Еще бы найти этот маяк. Где? Распорядителя? Давай. Ю-ху-ху! Давай. Рад помочь. Начинай. А мне что делать? Смотреть просто. Ладно. Ты смотри-ка ты какой-то, а? Шустрый. Ну ладно. Зачем вы зажгли маяк, претенденты? Полимарх, у нас срочное послание к Архонту. Так значит, вы из храма чистоты? Хорошо. Что тебя тревожит? Да. На быстрых крыльях наша почтенная Архонт решила даровать тебе аудиенцию. Ты должен рассказать ей о своих открытиях и следовать ее мудрым распоряжениям. Встретиться с ней можно в Элизийской цитадели, которая находится среди шпилей. Перерождение, где обитают перерожденные. Ну, логично. Мы доставим тебя туда, это место недоступно бескрылым. Так, что дают? Как всегда дают какую-то шмотку. Наш долг вечен. Наконец-то! Аудиенция у Архонта! Встретимся Ступай на месте. Все, полетели. Без страха. Идеалы уже собрались и ожидают прибытия Архонта. Советую внимательно слушать, пока к тебе не обратятся. Аудиенция с Архонтом – редкая честь. Постарайся соответствовать. Ого, это куда нас понесло? Так, и? Хорошо, сейчас. Надеюсь, не по лестнице, сюда? Вон Архонт сидит. Хранительница душ. Сюда, что ли? Походу наверх надо было. Что тебе нужно? Вот же, блин. Так, ладно, я пошел я пока. Я всегда рад постоянным клиентам. О, там тоже кто-то. Ну-ка, давай посмотрим, что тут есть. Жди. Кирия Кузнец. Что ты ищешь? Ты смотри-ка ты, вот мать вашу за ногу, а? Вот это да.
Вот пошло дело. 184. Вот это я понимаю. Ну, круто вообще. Достойный обмен. Надеюсь, тебе это пригодится. Улучшение предметов будет. Заходи а еще. Здесь что? Так, ну у этого мы посмотрели все. Товары за известность. За известность. И все. Так, а это что делает? Проводница душ, да? Какая-то фигня тут будет видно, да? Что тебя тревожит? Служи верно. Ладно, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Уже начинает что-то вырисовываться, где буду шмотки брать и где буду все остальное делать. Так, это вот здесь будем, да? А как сюда попадать будем? Вот что, интересно. Это что за выставка народного хозяйства? Это что? Ладно. Ее воспоминания ясны, Девия. Твоя десница служила утробе. Лисония, я не знала о тьме в ее душе. Полимарх? А где сам-то Архонт? Полимарх. Дать тебе поручение? На быстрых крыльях. Покой Архонта наверху. Советую тебе вести себя предельно почтительно в ее присутствии. Хорошо. Керестия перворожденная. Я провожу тебя на аудиенцию к Архонту. Прошу тебя говорить кратко и по существу. Наша мудрая Архонт выслушает тебя и решит, как лучше действовать дальше. Стремись к чистоте. Я готов. Помни. Это тревожные вести Висифона. Но в прошлом Архонт не придавала значения таким вещам. Обстоятельства изменились. Расскажи мне о раскольниках. Большая часть просто утратила веру. Их можно спасти. Но некоторые пали так низко, что обратились к силам утробы. Это смертная душа? Сражалась с перерожденными, которые служили тюремщику. Лисония не единственная. Мы не знаем, где раскольники нанесут новый удар. Но это случится. То, о чем вы говорите, неслыханно. Но мы должны быть верными долгу. Идеалы, возвращайтесь в храмы. Адрест, следи за оберегами. А ты, пилигрим, тебе уготована важная роль. Посмотрим, чем это обернется. Служи верно. Ну, так-то круто. Да. Я воля Архонта. Так, что же дальше? Так, стражи бастиона. Каждый храм бастиона защищает особый оберег, который находится здесь, в Элизийской цитадели. Пока действует эта защита, враждебные силы не могут напасть на нас. Меня беспокоит то, что такой большой отряд раскольников смог напасть на храм чистоты. Проверь защитные обереги. Пока не действует. Бастион выстоит против любой угрозы. Следуй предназначению. Так, куда нам надо? Давай тут маленечко побегаем, посмотрим еще на нашего Архонта замечательного.
Нифига себе. Ангел. Архангел Гавриил какой-то. В женском обличии только. Так, погнали. Это-то на чем скачет, подожди. Чего она. На чем она скачет, подожди? Сова какая-то или что это? А, нет, это. Кошка какая-то. Что-то вроде кошки. На которую я летел. Да? Так, и что здесь у нас? Ну давай проверим. Так. Занятно. Оберег храма чистоты не работает. Вот почему туда проникло столько раскольников. Не работает. Верности. Оберег храма верности работает. Медитирующим кирям, верным бастиону и архонту, ничто не угрожает. Прекрасно. Давай дальше. Так, а что такое? Ну-ка, давай-ка глянем. Чем могу быть полезен? Ух ты, твою мать, а! Это... Это что? Поганая сферула анимы. Да, это, наверное, вреда хуже. Твое доверие – честь для меня. Вот мы и узнаем, да, потихонечку все. Поиск рейда. А, это вот поменьше, да? Выходи еще. Ну, это радует вообще. Это очень сильно радует. Предоставь данные о твоих потребностях. Так, ну это мы все потом мне будем смотреть. Нужно пополнить. Но это все интересно, запасы. Да? Эпохальный режим. Из замка Нафрия. Из замка Нафрия все это. Давай тут смотреть. Оберег храма смирения цел. Хотя раскольникам не помешало бы вернуться туда и повторить урок. В храме мудрости хранятся все воспоминания Кирий. Отрадно знать, что его оберег еще действует. Оберег храма отваги в порядке. Ох, отрадно это видеть. Ты смотри-ка ты, вон тварь поднимается, а? Глупцы! Раскольники свергнут Архонта! И чё надо, а? Надо скорее предупредить Полимарха! Так. Пошли, предупредим. Так, где он там? А, вон. Вон он, вон он, вон он. Хочешь о чем-то спросить? Да, о чем тебя спрашивать? Предупредить пришли тебя. Неотвратимая опасность. Храм отваги не должен пасть. В его священных чертогах учатся сражаться все кирии. Не только для защиты бастиона, но и чтобы меньше рисковать, перенося души через завесу. Отправляйся туда как можно скорее. Найди Таникаса, верного помощника идеала отваги. Касси даст вам Лариона. Поторопитесь. Да, Полимарх. Да хранит нас Архонт. Пойдем посмотрим, что здесь есть. Что тут есть, имеется. Просто ради интереса. Тоже есть что-то. Ага, да. Тебе нужна пища, бинты, мокрое полотенце? Ну что ж, до новых встреч. Так.
тут ничего. А здесь? Дрессировщица Криста. Угу. Ну ладно. По крайней мере, мы знаем теперь, да? Примерно. Не понял, а здесь мост? Что ли, типа? О! Вот это круто! Вот это круто! Вот это не ожидал я. Здорово, отлично. Отлично, здорово. Я только не понял, как же я сюда добираться буду. Если я не могу никак добраться сам пока. Своими крыльями. Как я буду добираться сюда тогда? Так, что делать-то? А? Лететь в храм отваги. Как я вам полечу-то? На чем? Да озарит тебя свет Архонта. Да хранит тебя Архонт. Боже. Что-то я пропустил? А, вот. Ну. Долг и предназначение. Храм отваги, да? Служи верно. Раскольник, разбивший оберег. Он был в воспоминаниях Лисонии. Похоже, от него скрыли сделку с утробой. Интересно, другие раскольники тоже ничего о ней не знают? Если нет, тогда... Архонт милостивый, Клея, смотри! Чё там такое? Я ничего не вижу. А, ролик. Оберег выведен из строя, как мы обещали. Хорошо! Наши союзники уже готовы! Храмы Кирий падут, и правление Архонта закончится. По крайней мере, я не один. Малдраксийцы напали внезапно. Я весь внимание. Я надеялся на более многочисленное подкрепление, но рад, что ты будешь сражаться вместе со мной. Спасибо, на добром слове. Сейчас или никогда. В честном бою наши воины выстояли бы против бесчисленных полчищ из Мальдраксуса. Но этот бой не был честным, чужестранец. Они напали без предупреждения, без причины. Нас застали врасплох. Нельзя позволить им продвинуться дальше. Их нужно остановить здесь. Клянусь копьем Ксандрии. Я с тобой. Жизнь за идеала. Ты нарушил древнюю клятву Малдраксусу, Лич. Тебя ждет расплата. Господин желает уничтожить бастион и пополнить свое войско. У меня нет Кирий.
будете первыми, но не последними. Кощунство! Пилигрим, вперед! Освободи храм! Так, ты не убегай, дай хоть тебе квест сдам для начала. Ты говоришь с десницей. Клянусь копьем Ксандрии. Я иду на помощь! Я весь внимание. Рвать и терзать. Покажем этим мятежникам из Мальдраксуса, какая судьба ждет всех предателей. На севере закрепился дом кадавров, которому принадлежат самые стойкие воины Мальдраксуса. Сегодня они не заслужили пощады, и мы не будем их щадить. Мы будем уничтожать их, ты и я, пока не очистим эти священные земли. Согласен с тобой. Будь осторожнее. Нашему врагу неведома честь. С миру по детали. Я могу отремонтировать основные системы этого колоса, но кое-что не подлежит восстановлению. К счастью, здесь было достаточно центурионов, и, думаю, мы сможем найти что-нибудь подходящее. Нужно заменить некоторые детали. Мне нужен накопитель анимы, чтобы зарядить его системы, немного вечных пластин, чтобы защитить его ядро, и резонатор Архонта, чтобы наш колос мог задать жару. Об остальном я позабочусь. Быстрее. Чем быстрее ты дойдешь детали, тем быстрее колос разберется с летунами. Вот моя легенда. Так, подожди, я еще не взял вон квест. Еще один есть. Сейчас мы возьмем его. Квест. Так, ну-ка давайте зачистим маленечко. Я высвободил часть их анимы. Она залечивает раны, если к ней подойти. Я сражался, значит, поражение. Тебе нужен мой клинок? Еще не все потеряно. Тут, блин, некогда читать. Ладно, давай берем. Спаси всех, кого сможешь. Хорошо, я все понял. Так, куда нам надо? Тёпать. Всё, пошли. Мочим всех подряд. Подожди, а смысл есть этим? Я даже не знаю. Они же меня замочат. Нет, не прокачивается ничего. Мне нужна цель. Так, ладно, пошли. Бог с вами. А, вон кого надо спасать. Порву на части! Сейчас порву по жопике. Получи. Так, это что у нас? Верните меня обратно. Сюда! Скорее! Так, освободили. Бейся! Будь осторожнее. Нашему врагу неведома честь. Я высвободил часть их анимы. Она залечивает раны, если к ней подойти. Так, все ясно. За вечную славу! Всегда, когда играешь в WoW,
не забывай, что в дерьме лучше не стоять, что называется. Да не только в воду, да? Так, это что у нас? Так, анима. Анима, анима, тебя мы без ума. Сейчас я позабавлюсь. Мое имя забудут. Так, нападаем на этих. Прикончу. Так. Вот еще клеточка. Как мне этот дом напоминает вот все, что связано было с королем Личом. Вот это все. Ты сильнее, чем кажешься. Я научу хотел. Столько мы качали этот артефакт. Конечно, мы сильные будем, а как вы хотели? Так. Так, еще две осталось, да? Так, по этим зеленым лужам бегать можно, это уже радует. Это уже радует. Так, клеток больше я не вижу закрытых. Здесь, по крайней мере. Пойдем-ка туда. Там посмотрим. Здорово, здорово. Так, и еще одна клеточка. Так, вон того надо урода добить. Уродца надо добить этого, чтобы собирать все это. Говоришь с десницей. Да я уж понял, по-моему. Что я говорю с десницей? Ты говоришь с десницей? Десницей? Сначала нужно выбрать цель. Так, вижу. Сундучок. Приколюха. 110-й. Да это что? А, у меня плащ-то по-любому круче. Хоть что делай, да? Так, 99. Как вы говнюки. Толпой нападаете, да? Сначала нужно выбрать кажешься. Цель. Мне нужна цель. Сначала нужно выбрать цель. Так. Я весь внимание. Завершаем это все дело.
Так, а что мы не сделали еще? Подожди. Накопитель анимы. Подожди. Спаси остальных. Ой, бог. Это одно из величайших изобретений Механикаса. Оно превращает аниму в заряды энергии. Ну все, вам конец. Сейчас мы его как сделаем? Рвать и метать, все. Да? Если Налтор смог пробить эту броню, его магия очень сильна. Его будет нелегко одолеть. Посмотрим сейчас. Так, еще где-то здесь что-то. Это что? Щит? Типа. Так. Анима питает в бастионе все, даже могучих колоссов. Это поможет сохранить заряд. Пойдем. За вечную славу. Так, погнали. Это сдали мы. Так, и давай колосса делаем. Только давай без глупых вопросов. Ну, само собой. Так, кристальная ясность. В этом накопителе совсем не осталось анимы. Теперь это просто тяжелый кусок металла. Конечно же, это не твоя вина нисколько. Но нам нужно его зарядить. У малдраксийцев есть экстракторы анимы. Их сложно не заметить. Это большие зеленые кристаллы. С их помощью они забирают аниму погибших кирий. И это нас совершенно не устраивает. Мы можем использовать экстракторы, чтобы зарядить накопитель, и тогда наш колосс снова заработает. Без проблем. Ты говоришь с десницей. Двойной выстрел. Дом ритуалов занял сложную... Дом ритуалов занял южную половину храма. Их основное оружие не кадавры, а бесконечная армия оживленных бойцов. К счастью, добытый нами резонатор... Архонта поможет с ними справиться, когда мы будем пробиваться через их ряды, стреляя из резонатора по трупам. Его энергия разорвет их души и не позволит снова поднять их. И когда закончим, соберемся на разрушенном мосту. Так, подожди-ка. Хорошо. А я как-нибудь сдвину колосса с места. О чем ты говоришь, друг? Как ты его сдвинешь-то, мать твою, а? Так, подожди. А что надо делать-то? Ну идите сюда. Все, получили. Так, что, у меня не получается ничего? Не забудь использовать резонатор, иначе они снова восстанут против нас. Чё? Сейчас меня убьют, что ли? Ты говнюк, а? Так, ну-кась, быстро. Где это у меня? Лечилка. Так, ну-ка давай. Да ты что ты, мать твою, что происходит-то? Чего ты маленечко не понял? Некоторые задачи бывают непосильными, даже для лучших из нас. Да, беда. Ладно. Хорошо хоть здесь рядом, да?
или не рядом. Я уж даже не знаю, слушай. Поломаем косточки. Так, немножечко что-то подзаблудился, вот честное слово. Что-то не понимаю я. Что-то я не понял. Ты поможешь мне возвыситься! Я высвободил часть их анимы. Она залечивает раны, если к ней подойти. А, вот. Короче, мы это берем так. Так, и... Ясно. Я думаю, что за херня? Ты поможешь мне возвыситься. Сейчас ты возвысишься. Возвысишься ты сейчас. На небеса. Слишком далеко. Так, вот сейчас вот надо. Так, прекрасно. То поначалу я что-то не понял даже. Так. Короче, надо вот этих убивать сейчас. И собирать вот эти камни. Угу. Так, еще 4 штуки осталось. Может, тех сразу сделать, да и все. Убьют меня сейчас, нет? Давай попробуем. Стреляй, точно прославлюсь. Сдохните, твари. Блин. Не получилось. Попытка не пытка, да? Попытка не пытка. А было так все клево смотрелось, так круто. Сразу всех, опа, и собрал. Но я думаю, что там сейчас мы их добьем все равно. Тут, в принципе, все рядом. Где там что? И как? Ты смотри-ка, мы их много убили там все. Зачем? Так почти всех убили. Как получилось, что меня замочили там? Не понял. А этот элитник, наверное. Какой-нибудь нет, не элитный он. Я высвободил часть их анимы.
Она залечивает раны, если к ней подойти. Так, все. Готово. Готово. Наши силы собрались у разрушенного моста. Встретимся там. Немножечко не понял я, где они там собрались. Ну, сейчас мы узнаем это. А, вот сюда. Ваша армия уже отступает. Вы проиграли. Какие чудеса есть в твоем мире? Колосс еще не до конца зарядился. Где нужно время? Ну, давай. Есть внимание. Двойной выстрел. Жизнь за идеала. О, пошло дело. Вот это уже все покруче будет. Так, финальный отсчет. Если эти мерзкие создания некроманта навалятся на нас всем скупом, пока колосс не заряжен, мы погибнем. Это несомненно. Кому-то придется отвлекать его, пока Механикас не закончит свою работу. Враг думает, что уже победил, что мы игрушки в его руках. Надо использовать его спесь, чтобы выиграть драгоценное время. Надеюсь, его будет достаточно. Ты говоришь с десницей? Я готов. Приструни своих тварей. Им всем тоже придет конец. Глупец! Вы окружены со всех сторон! Мне нужна цель. Так, что дальше? Тебе не выжить! У меня нет цели. Заряд почти восстановлен. Еще немного. Хватит. Детенышу Костеклыка пора кушать. Кого? Костеклыка? Ну, этого мы не боимся. Это уж точно. Такие храбрые, идите навстречу своей судьбе. Колосс готов! Вперед! Вперед! Ну давай. Что делать? А, погнали. Огонь по готовности! Че, я готов. Огонь! Офигеть! Охренеть, вот это мне нравится. Смотрите и учитесь. Он идет к идеалу. Я весь внимание. Так, дай-ка мне мою новую экипировку, которая круче. Клянусь копьем Ксандрии. Время собраться с духом. Не знаю, что ждет нас по ту сторону этой пропасти. Надеюсь, милостью Архонта мой идеал еще жива. Но опасаюсь худшего. Мы вместе встретим эту неизвестность. Как и все остальные ужасы Мальдраксуса. Кири не сходят с выбранного пути. Что бы ни случилось, знай, что сегодня ты заслужил мое вечное уважение. Ты говоришь с десницей. Я готов. Жизнь за идеала. Так, что делать-то? А,
В момент нападения идеал отваги находилась в глубине храма. Если она еще дышит, мы должны помочь ей. Тебе не победить, некромант! Отвага не покинет нас! На этот раз отвага тебе ничем не поможет. Мой идеал! Я с тобой! О, ты как раз подойдешь. За Архонта! За Бастион! Что ты со мной делаешь? Нет, нет, нет! Даникос! Я довел тебя до совершенства! А теперь уничтожь наших врагов! Да, повелитель. Охереть. Не понял я. Ну, в одиночку понятно, у нас шансов-то нет. А вот если нам помогает какой-нибудь великий ангел, да? Поддерживают порочный круг. Бастион только зря тратит аниму. Я остановлю тебя, Амарт. Нет, ты пойдешь следующим. Мой идеал, я подвел тебя. Ты заплатишь за это, некромант! Догони меня, если не боишься. Обрушьте на них смерть! Они не должны нам помешать! Пилигрим, нужно уходить отсюда! Так, все. Мой клинок всегда наготове. Идеал продержится, пока вы не приведете подкрепление. Артемида сообщит обо всем Архонту. А мы вернемся в Орибас и расскажем всем об измене Малдраксуса. Так, ну что? Моя сестра? Так, завершаем. И... Не сходи с пути. Малдраксус должен ответить за свои преступления против Бастиона. Справедливость будет восстановлена. Нам нужно отправиться в Орибос и поговорить с Тал Инарой высокочтимым голосом. Мы расскажем ей о том, что случилось сегодня, и скажи, что Кири не оставит эту агрессию безнаказанной. Артемида доложит обо всем Архонту, и мои братья и сестры начнут готовиться к войне. Но эту войну нужно предотвратить. Так, и... Мы немедленно отправляемся тебя в Орибас. Тебя прислал мой брат? Как только Артемида доставит послание, Кири начнут готовиться к ответному удару. Так, смертельная встретимся тризна. Встретимся в городе. Береги себя. Хорошо. Так, смертельная тризна. Участь идеала. Ксандрия – могучий идеал отваги. Лучшая воительница среди перерожденных. Но даже она не может не справиться с сильнейшими воинами Малдраксуса. Теперь наши судьбы связаны. Собери союзников и покончи со смертельной тризной. Не дай Амарту и Налтору скрыться от возмездия в своем мире. Да направит Архонт твой клинок в их сердца. Да не иссякнет твоя отвага! Так,
все вроде бы. Так, а это что? Это типа вот... Куда я сейчас попаду? Подожди. 5 секунд. Дай подумать. Да куда я попаду? А, в тризму как раз. В общем, это по квесту, да? Понятно, что один я тут не справлюсь. Давай-ка выйдем. Так. Ладно, продолжим чуть-чуть попозже. На этом я эту серию заканчиваю. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Желаю всем удачи и всем пока-пока.